Здорово. Всем привет, народ. С вами Санек Белов, вы на канале Боковик. Откопал тридцатку, сейчас будет запуск. Я думал, что у меня будут проблемы с выездом, но нет, все нормально. В целом, как бы, все ок. Я смог выехал, откопался, почти даже без особых каких-то усилий, хотя вкопали ее конкретно. Что ты, сука? A few moments later. Так, сейчас мы с вами поедем до гаража, когда едем, ополоснемся. Вот, сегодня вечером гонки. Еще сегодня встречусь с Кириллом Беляйкиным. У него есть диагностика. Он пообещал мне, что продиагностирует. Это, в принципе, Матроник 1.3. Он сказал, что типа все ок считается. Просто у меня такая тема, что обороты ни с того ни с сего начинают провисать, и машина начинает троить, чихать, пердить. А еще в прошлом году у меня до красна раскалялся коллектор. Это непонятная ситуация, что это вообще такое, почему оно так происходит. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Red Magic, ничего не понимаю. Вот, короче, возьму лекар, попробую. Лекар, типа, это АвтоВАЗ, или? Почему так сложно? Помыть тачку ночью, это то, что мне нужно. Я даже Хонду запустил специально, чтобы она у меня подсвечивала бумер. На двойку я поставил фонарь, чтобы эту бочину подсвечивать. Ну, в общем, вы видите, какая она грязная. Сейчас я думаю, что мы это дело пофиксим чуть-чуть. Короче, бумер был очень грязным. Очень. Я, наверное, сейчас еще раз его полосну. Так, у нас тут какие-то... А, это песочек, все нормально. Сейчас еще губочкой, наверное, пройду. У нас тут хром потихонечку расхромируется. Еще надо еще раз, наверное, помыть. Вот такая она вся разноцветная. Хи-хи. Я не знаю, я надеюсь, что у меня хватит сил и денег в этом году ее облить. Но, в общем-то, посмотрим. Мы едем на гонки. Качественно. О, да. Двигаем на спот. Двигаем и двигаем. Буду! И буду! О, нормально заработало. Все нормально заработало. Слушай, ну это динозавр, да, вообще полный? Да нет, кстати, он не такой старый. Да? Он до 12-го года машину читал. У него даже там есть. Хо-хо. Прикольно.
То есть 50 и все, да? Кайф, кайфовый. Все дерьмо, конечно, в легкую ставлю. Вентилятор дует? Что, кислород нет? Нет, она у меня заклинила. Точнее, провернулась. Нормально тебе с радиатором, это дети. Слушай, но летом, короче, парадокс. Пару минут хватает на пару минут. Но не будет. У меня чек горит. У тебя чек горит, это не тот чек. Это чек от ПСК. Возьми, блядь, наверху, чек погасит. А, да? Да. Кстати, да, один раз такое было, что чек не горит. Матроника 1.3, 27.3. И все. 173 термоз. Он должен накрутить, если что. Ага. Знаешь, есть что, оба зажигания показывает? Да. Как карты что-то показывает? Она есть на вашей? Да. На 47. Новая. Это хуёво? Да, я вижу, она скакала. Ну да. Ну что-то показывает, уже неплохо, она что-то читает. Ну, типа, да. Показывает. Она нормально всё показывает. Даже вниз показывает. Охуеть. Он показывает, он какие-то данные показывает по нему? Я, кстати, не уверен. Что действительно с ней проблемы или что? Нет, то, что он что-то вообще смог их показывать. Слушай, ну работает-то нормально. Если фишку сдернуть, прям на вообще все херово будет. Может, он, знаешь, что среагировал, ошибку записал, типа то, что я скидывал сегодня фишку? Сейчас постоит. Это же все-таки 1.3 матроник. Сейчас постоит, чуть-чуть посмотрим, может, что пропишет того. А ты бросил? Да. Ну, аппаратура, блин. Может пойти просто на пиздок ей дайте и посмотрим, что пойдет. Да, давай, сейчас попробуем. Будет попроще и быстрее. Короче, что-то с лямбдой. Сейчас отключили лямбду, потому что показания на компе не менялись, отключили лямбду. Я вкачал сейчас 3 очка, кажется, было почему-то 0.5. Я не понял, почему так, хотя вроде проверял. Ты будешь переодеваться? Переодеваться будешь? Здоров! Короче, стало нормально работать. Прикольно, мне нравится. Едем за пацанами на спот. Какие-то боевики еще приехали на 46-х. Сейчас посмотрим, что там к чему. Короче, пока что у меня машина не кашляла после отключения лямбды. Честно говоря, бля, неплохо. А еще у меня сзади жопа круженная капитально. Бля, я чувствую себя, я не знаю, ребенком просто, что за хрень. Боже, какие эмоции. Я хочу пристегнуться. Честно. Там фоткуется что-то.
спрашиваю. Но guess today very well, понял, нет? Yeah.
Не, вот чувака она не ехала вообще. Это было просто какое-то дрифт безумие. Все укатались вообще просто в хлам. Часам к двум уже приехали депсы, всех разогнали, поэтому я на районе. В общем, до новых встреч, друзья. Это было круто. Это была первая вылазка. Она была просто бомбической эмоцией. Просто после зимних вот этих вот 5 км в час. Просто это разнос полный. Прям это круто, очень-очень понравилось, вот, я починил BMW наконец-таки, она куда-то начала ехать более-менее на свои там 170 сколько-то сил, вот, ну в целом, как бы, будем дальше путешествовать, у меня есть небольшой план по установке турбокомпрессора сюда на сток-мотор, там, холзатом 35-м все это разогнать, ладно, народ, всех обнял, приподнял, с вами был Санек Белов, до новых встреч, всем пока!